здрасте. ПС старший лейтенант полиции пишет. Ваши документы. Вот документ. Скажи, что за рейд проходила, за какую-нибудь программу и какова была цель? Проводим совместно с сотрудниками ГИБДД очередной рейд на территории города Саратова. Целью рейда является соблюдение масочного режима как водительским, так и кондукторским составом. Также проводим мероприятия по информированию граждан о необходимости носить маски в транспортных средствах. Как давно уже они проводятся? Этот рейд проводится уже вторую неделю на территории города. Кроме того, на территории других муниципальных районов с сотрудниками местных администраций, также с местных СМВД проводятся подобные рейды. Можно сказать за эти две недели, сколько штрафов? Какой штраф? За эти две недели уже вынесено порядка 45 протоколов, проведено более 30 рейдов. Штраф за несоблюдение масочного режима составляет от 1 до 30 тысяч рублей. Ну вот, например, водители маршрута, которых останавливали, сколько у них штраф будет? Это будет решать суд. Он может как вынести и первоначальное предупреждение. Повторное нарушение уже влечет штрафы от 7 до 15 тысяч. А скажите, пожалуйста, а почему пассажиров не штрафуют? Вот почему именно водителей? И пассажиров также можно будет штрафовать. Здесь нет для кого никакой разницы нет. А на основании чего? Ведь у нас же нет ЧС, правильно? Есть предписание Роспотребнадзора. На основании этого предписания мы работаем. То есть на основании предписания можно штрафовать даже всех пассажиров? Даже всех пассажиров. А как вообще водители реагируют на такие остановки, на такие штрафы? Что они вообще чаще всего говорят в своем оправдании? Разные оправдания они приводят. В основном они как бы считают, что маска им мешает управлению транспортным средством. На самом деле ничего без подобного нет. Всегда в последний момент, даже если понимают, что нарушили данное постановление, в последний момент надевают маску, но уже, как говорится, здесь нарушение зафиксировано. Ну а кто чаще всего нарушает? Пассажиры или водители? Кто ездит без маски? Ну, знаете, с течением времени нарушений в транспорте все меньше и меньше. Все и водители, особенно пассажиры, понимают сложившуюся ситуацию и стараются уже реагировать на это нормально, понимают, что есть опасность здоровью как для себя, так и для своих наций. Вы говорили, что водитель может ездить в автобусе без маски только в одном случае, если автобус пустой, верно? Все верно. Если водитель выезжает из депо и еще не набрал пассажиров, в этом случае он может без маски. А если как только первый пассажир заходит к нему в салон, он обязан, даже перед тем, как подъехать на салон, уже быть в маске, как и его кондуктор. А вот водитель имеет право не пускать пассажиров без маски? Имеет. Сейчас любая авария, а мы закрыты машиной. Можно сначала сказать, остановили не мы вас. Не мы вас задерживаем. Мы не надо меня снимать, я еще раз повторяю. Не надо меня снимать, уберите камеры. И снимите его своего. Мне кажется, не надо, имеет самое право. Это общественное место. Это общественное место. Вы не имеете место. Права без моего согласия меня тогда снимать. Тогда садитесь дома, маршрут, да. Мы вас снимать не будем. Вообще отойдите, вы кто такая? Я человек, нахожусь в общественном месте. Я тоже человек, еду по своим делам, пожилые люди в маршрутке. Вас остановили сотрудники ДПС, что вы на них не кричите? Что вы на них не кричите? Зовите, я на них накричу. Ну, вы сюда приперлись. Стоят.